Вот этот пойдет на мать. 75-й. Диплопия Дагер. Звучит хайпово. F1AE, 9G, HB. Шипы отключены за неуплату, видимо. У меня нету нихуя статов вообще. У меня просто все в говнище. Нет, есть только рейндж. У меня тупо нихуя нет стат. Есть 3 хп. Это главное. Просто все почти минимум. Кроме рейнджа и хп. Господи. Уебище, мри. А, нужен полет, и будет похуй на игру. Просто нужен полет. Ключ есть. Либо за бомбу, либо за 5 копеек, либо за диплопию. Вариантов уйма. Просто уйма. И плюс, кстати, улучшенные керсы без шипов. По-моему, это конец. Диплопия. По-моему, это конец для диплопия. Это прям надо брать. Прям хоть как. Это прям ну совсем хорошо, по-моему. Ну ладно. В принципе, на не самое херовое применение диплопии в моей жизни будет. Да, если кошку делать, у тебя будет с жизни 18. Там будет всегда плюс 9 жизней. За каждую часть кошки. За каждую какую-то типа копию кошки. Нет, два раза не будет грейда. Эти айтемы никак не стакаются сами с собой. Так, скорость дали, диплить ее смысла не вижу. Так, ну пока не бери синяя. Сначала этаж да пройдем, потом уже разберемся. Потом уже разберемся. Так, подождите. Подождите. Ну, сокрума тут не хватит, все равно, но можно попробовать потыкаться маленько. Этого не хватит все равно. То прям, по-моему, сильно не хватит или маленько не хватит. Или того маленько не хватит. Сундук, да, ну типа сундук. Конечно, вряд ли прям прокнет. Там синий хп есть, но синий я тратить явно не хочу. Этого можно бахнуть на самом деле. В магазе хп есть тоже, правда. Муху пока можно забрать. 4. Угу. Не пошло с сундуком, походу. Так, но тем не менее. Тем не менее, это все еще неплохо. Тут еще 2 тычки есть. Но вообще нормально, вроде я смогу дофармить до какого-то значения. Так уж нормально. Ну, типа 7 тычек мы сделаем. Стандартные. А больше, наверное, и не надо. А больше и не нужно. Дальше можно валить. Или можно больше сделать. Подождите. Это сейчас было опасно. Это сейчас было маленько опасно, ну ладно. Любим же мы рисковать. Карту взять. Ну и с кайфом. Почти на фулл хп.
fortune. Ну-ка. Тринку я взял, самое главное, я тринку взял, все хорошо. У нас теперь бесплатные хорошие кёрсы. Как же я хочу их орбиталить. Я говорю, до 100 стрик это не стрик, мне пух. Ну, умер бы и умер. Че переживать? За пару дней можно сделать новые. Старые добрые? Но нет, потому что это все еще более хуевые орбиталки, но... Но даггером хотя бы можно играть. Даггер это более-менее... Хотя бы похоже на орбиталку. Так. Куда? Куда, блядь? Надо, правда, сейчас аккуратно ключи все не сад, но тут есть ключ на продажу, похуй. Даже если что, куплю ключ. Брух! Ты чё, блядь? Ненавижу эту комнату. Да, блядь! Какой же ебанатый рейд. Ока. Чуть не обосрал всю эту комбинацию. Так, я думаю, это дьявол, у меня 4 красных. Так что насрать. Бах. Бах, не бах. Ладно, сейчас будет бах. Ну-ка. Обожаю эту руму. Просто идеально рума. Это можно активировать, наверное. Наверное, можно. Наверное, можно. Надо найти еще половину красного. Будет неплохой тир-рейд, будет считать тир-скап базовый. Будет недурно. Красиво. Красиво. Башка. И нет башки. Обалдеть. Три синих. И что мне с ними делать? Мариновать? Но это мне может помочь. Я просто могу потом отдать половину кому-нибудь. Тогда активирую. Ну, вроде все. Ладно. Видимо, все. Таблетки я не могу есть. Я не могу отсюда улетать в ошибку. Таран на мать. Бля, темнота. Это печально. Так, бомбы это хорошо. А, он полетел за ведром дальним. А, он застрял. Вот и стой там, придурок. Бля, он нашел дорогу. Они сначала берут спешл камни. Если они есть в комнате, потом обычные камни забирают. Я только недавно это понял, что там реально есть какая-то закономерность. 4 сундука. О! А вот и корона, и пройдено. Шикарно.
Опять неплохо эти керсрумы прокают. Нормально. Классно, Рум опять с ножом. Благо мне дали кошку. Это какая-то просто гениальная Рума. Хуй эти рыбки, блядь, и мухи. Что за жесть? Что это за жесть? Я хп брать не буду, потому что я могу умереть. Тогда я потеряю все хп в любом случае. Что пока мне хп не надо. Может, потом его заберу. Так, надо будет ауру нормально активировать. Ну, потому что кошка — это 9 жизней. Я на ласте не умираю, это самое главное. Вранина мать. Типа не умирать на ласте. Как бы... Это весь прикол стрика на мать, потому что ты играешь на ласте. От одной румы до миллиона рум. В этом вся сложность типа этого стрика. Все остальное похуй абсолютно. Тут еще и ключ есть, который я могу снова не реализовать. Я, конечно, могу забить хера, вообще пойти сразу на мать дальше. Но мне кажется, я так делать не стану. Все же это рискованно. А что буду всему скормить ключ? Это будет как бомба? Вряд ли. Ладно, просто его пронзит. Логично. Нормально. Нормально. Очень даже нормально получилось. Ну и не зря залочили, получается. Так, где? Здесь? Нет. Я знаю про синие, их потом заберу. Я хочу сначала ласта пройти. Потому что если я умираю на ласте, я потеряю все синие хп. Тогда нахера я их сейчас брал, спрашивается. Сейчас брать их смысла никакого нет. А! Понятно. Это пока тоже оставим. Так, костер. Костер. Где костер? Вот он. Пошли фармить. Думаю, тут можно на все пройти. Попробовать. Босса уж наверняка. Блин, не в ту сторону. Хуйня крутится. Странно смотрится. Привет, Мишка. Сначала за ножом пошли. А, да. Дуорбиталился. Придурок. Любитель, блять, орбиталить. Все, можно хотя бы рыбок убрать. Из этой румы. Это неплохая идея. Как стрик. Пока живой. Но stay tuned. Это может резко измениться. О, в меня хотел бомбу кинуть. Ты что, псих? Кстати, румы-то реально зеркальные. Походу, все румы зеркальные. Тут тоже деньги были. Там такой же камень. Хотя, подожди. По-моему, у меня был меченый вчера, которого не было. Вне зеркала. Нихуя непонятно. Очень непонятная хуйня.
Вроде вчера был меч, на которого не было до зеркала. Но было в зеркале. Значит, сейчас камень вроде был в том же месте, да? Денежный, по-моему, был в том же месте. Куда ты, блядь, пошел? А сейчас, типа, золотые камни были и там, вроде в одном и том же месте. Прям одно и то же. Если я не сошел с ума, конечно. Ёбаные пиявки, опять их не заметил. Обожаю их. Так, ну ладно. ХПсов стало даже слишком много. Даже, может быть, чересчур стало много. Так, тут можно забрать... Надо бы это удариться. Во. Теперь нормально. Хотя скорость была тоже неплохо, но все-таки демош она будет получше. Дамаг будет поинтереснее. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, вот тут был камень на деньги. В том же месте. Такс, ну ладно, тут вроде ничего больше интересного нету. Нож взял, ключ взял. В общем, готов пока по всем фронтам намать. Прям хоть как готов. К любым условиям. Это мне, думаю, не надо. Кстати, мне почти пока таки одна. Хотел сказать ноль, но нет, уже не ноль. Одна-то уже есть. Муха. Кек. Открыть просто так, но забрать не могу в любом случае, просто открыть. Ой, блять, это плохо. Ну хотя ладно, я возможно все равно починю эту хуйню, не страшно. А full health, okay. Ладно, это вторая часть конжойна, да, это вторая часть. Сейчас сделку, надеюсь, будет, чтобы тирать не терять. Было бы хорошо. Либо можно ауру активировать, надо тирать попробовать. Ну-ка, это конжойнт. Ладно. Блин, надо будет теперь постоянно нажимать типа на кнопку, а не зажимать. It's the King Baby-ка. Такое говно. Ну ладно. Потому что он будет так, да, стоять. Это плохо. Это на самом деле такое себе. Ладно, посмотрим. Нету сделки. Прощайте, рейд! Все же мы его потеряли. Ну еще и блайнд. А, да. А че у меня с дамагом? А, у меня был дэмэдж весь с этой. У меня был весь дэмэдж с пурины. Нихуя, 1.9. Спасибо конжойнду за это, видимо, да? Конжойнд клевый. А, да, инкуб, кстати, после King Baby-ка. What? А почему? А нахуя? А почему и нахуя? Ну ладно.
А, паук. Корону поломал. Корона была не на дэмэдж, корона была на тирейт. У меня был дэмэдж не с короны, был дэмэдж с пурины. Просто мне сначала насрали конжойном, потом я потерял пурину на дамаг. Теперь нету ни тирейта, ни дэмэджа. Замечательно. Ладно, есть тирейт, потому что у меня пурина теперь прокнула, на тирейт прокнула. Не так все плохо. Я там встал. Пока. Так вот как-а-а! Все же убежал. Урод. Я беру все, мне похуй. Пойдет. Так, это так открыть. Так, кнопки, сколько еще осталось? Одна? Или это уже была третья, подожди. По-моему, это была вторая. Блять. Лабиринты сам себе сделал. Упс. Пу-пу-пу-пу-пум. Это рейндж? Там была секретка. Да и член на эту секретку. Не хочу туда идти уже обратно. Без нее переживем. Что я там уже найду? Не, сейчас я могу найти автомат. А, не, у меня уже нет хп красного, так что забей. Хотел сказать, хп можно слить. Чтобы сделать один контейнер красного. У меня теперь вообще их нет. Ни одного красного. Так что забыли. Просто забыли. Блять. Белая, может быть. Ну, тоже правда. Какие же у меня уебанские нахуй статы базовые. Старт бы пиздец. Какой кошмар, а не статы. Ужас. Вот это пытка была бы, а не ран. Красиво. Охуенно. Еще одна ебаная каменная залупа. А, да. Думаю, вообще в другую сторону полетит. Ладно, похуй. ХП мне уже не нужно все равно. Даже пытаться неохота эту хуйню играть нормально. Кстати, пурина не поменялась, да, походу? Так очень урона, потому что у меня ее не было. Формально. Формально ее, считай, не было. Я тут был уже. Ох, тут было халявное хп, оказывается. Так, тут блайнд. Тут блайнд таш. Не, я, конечно, могу взять блайнд этому руму. Охуеть, ты чё, блядь. Еще и платно все. Вслепую еще и платно. Ужас.
Так, деньги вроде сила. Мне сказали. Еще берем деньги. Так, а. Ходим. Это, кстати, автомат есть. Тут можно попробовать прокнуть. Не так, но ладно. Можно и так. В принципе, не суть. В принципе, одно и то же. Цель одна. Ключи, да, тратятся золотым ключом. Очередная генитальная рума. Как можно не любить Альтраут? Это ж так нахуй весело. Это так нахуй весело в эту хуйню играть. Эти ваши альтэтажи, какие они охуительные. И уникальные. Нож оставлю? Возможно. Смотрим. Если вспомню снова, то уже просто мышечная память кидать нож. Сложно себя переубедить этого не делать. А, да? Это хуета еще до меня, что ли, улетела сейчас? Вы нахуй троллите? Какой нахуй дегенерат эти румы делал? Просто... Покажите мне его. Кто эту хуйню делал? Какой еблан это делал? Ты? Переделывай. Нормально сделай. Кстати, трактор бьем с конжуэндом. Прикольно. Приятно. А деньги уже максимальные. Уже максимум, ока. Ну, талант все приятный при этом. Даже раном на мать его не испортишь. И даже блайнд айтем его не испортишь. Просто ничем не испортишь, если гапи нету. Это странно. Что гапи нету. Но в принципе... А подожди. А ну-ка, блядь, подожди. Нет, гапи есть, я вас наебал. Все нормально. Все норм. Обман вышел. Гапи очень даже и есть. Что? Мимо? Это было мимо? Блять, ебаная белая хп не заметил. Но я сейчас сделку, надеюсь, возьму. Спасибо за подписку, молодой дун. Спасибо за саб. Блин, 8 тирет, я думаю, это плохо. В том плане, что я не могу кнопку атаки зажимать из-за инкуба, из-за этого. Из-за King Baby-ка. Кажется, я теряю DPS из-за этого. Я сделку беру любую, да. Я не хочу терять корону красную. Хотя, с другой стороны, можешь плевать на эту корону красную. Мне кажется, все равно, типа, я типа не очень могу этот дэмэдж утилизировать как надо из-за тэп-шутинга. Я теряю не из-за тактора, а из-за King Baby-ка. Потому что если я жму кнопку атаки, эта хуйня стоит на месте. Потому что ебать его в рот этот King Baby-к сраный. Поэтому я должен нажимать кнопку атаки постоянно, и это... Я не могу делать такой тире, типа... Дрочу кнопки. А, инкуб стреляет. А!
А, реально, а я забыл про эту хуйню. Ну тогда я еблан, ладно. Тогда я еблан, получается. Тогда мне тем более, значит, нужна корона. А я забыл про эти идиотские синергии, что он слезы инкуба забирает в трактор. А так даже без этого работает, даже без King Baby-ка так работает. Ебать, какой бред. Ну ладно. Какой бред. Так, стоп, не так. Вот так. Тут благо есть что брать. У меня, да, все пошло в трактор. Получается тракторный ран. Получается так. Да, я вижу, что они все стреляют. Стоп, может даже мухи вылетают из трактора. Вот мух я не видел. Кстати, привет, Гаджира. Не, мухи вроде вылетают как надо, или нет? Мух не вижу, куда мухи летят. Хочу это увидеть. Ладно, мухи вроде нормально вылетают. Наверное. Тут нихера не поймешь. Да ёб твою мать, я не могу попасть, потому что не знаю почему. Меченый, господи, Воскарёв. Какой нахуй меченый? У меня, блядь, гапи с миллионом тирейта. Нахуя мне меченый камень? Что он мне даст? Ну куда вы? Ну какой меченый камень? Ну хватит меня троллить-то уже. Какие в сраку меченые камни в этом ране? В какой хуй они мне уперлись, эти меченые камни? Думаю, уже переживу, наверное. Надеюсь. Кстати, мне дали дэмэдж? Или дэмэдж? Наверное. Можно дамадж? Это похоже на дамадж. Дамадж пурина. Ну, каблук на мать. Месть. Я лучше буду пропускать твои сообщения, Диман. Как обычно. О! Лол. Аниме. И тирейд. Ну это мемная хуйня, что-то я забыл опять про трактор, что он так работает. Что он ворует все слезы. Тут получается имба. Имба фолловерная. Типа получается на фолловерах хорошо работает. Все в один луч уходит. Удобно. Пуф! Быстро. Ну, типикал гапи. Гапи все еще неплохо дал стирейт бешеный в этой игре. Даже неплохо вроде работает. 75 джим.